Жителям Чили, которые еще не успели прийти в себя после землетрясения и цунами, которое случилось накануне, этим утром пришлось опять поволноваться. Вновь землетрясение, экстренная эвакуация, угроза прихода волны. Новый толчок мощностью около 8 магнитуд утром был зафиксирован рядом с городом Икики на севере страны. Высота первых волн на этот раз составила меньше полуметра. Но из опасных районов все равно начали вывозить людей. Срочно покинуть зону бедствия пришлось и президенту страны Мишель Бачелет, которая прибыла в пострадавший регион. Информации о новых разрушениях пока не поступало. Между тем, на западном побережье Латинской Америки продолжают ликвидировать последствия вчерашнего удара стихии. Напомню, жертвами первого землетрясения в Чили магнитудой более 8 стали 6 человек, около 10 получили ранения. Еще двое числятся пропавшими без вести.